Всем привет, ребята, с вами как всегда я, дядя Лукас, и на этот раз речь в ролике у нас пойдет о второй неделе испытаний седьмого сезона Fortnite, а именно о игре по нотам на пианино возле далекого домика. И возможно сыграть на этом пианино по этим нотам для некоторых будет трудно, поэтому я решил сделать ролик. Собственно, это все очень легко, так как сейчас вы сами увидите то, что действительно в этом нет ничего сложного. Для начала вам нужно трижды пропрыгнуть по ноте C, потом трижды по ноте F, потом E, F, G, A, A+, G и опять A. Это все очень легко, смотрите сами. И после этого вы уже можете считать, что выполнили эту часть заданий. Скидывайте друзьям этот ролик, чтобы помочь им пройти это задание. Также всех с наступающим Новым годом, с вами был дядя Лукас. Спасибо всем огромное за просмотр, до скорых встреч в новых видео и адьос, амигос. Yeah.